Хош Кюрдерис. Алло, Владимир Степанович, это ваше, да? Владимир Степанович, это я, это вы дразнитесь так или это у вас такой... Это Угулбек, да, бригада нам из Узбекистана. Мы хотели просто немножко приехать, поработать, поотдыхать, хоть раз в жизни море увидеть. Чем я могу быть полезен? Смотрите, у нас бригада на 10 человек людей. Вы уже сегодня в Величевске? Нет, завтра приезжаем на поезде, у нас 12-е вагоново. Хорошие очень работники, можем строить заливы и переливы и работать с полным приливом силы и огоньком. Вопрос, конечно, интересный. Для того, чтобы вам понять, что меня сегодня интересует, вы должны посмотреть, конечно, на объект, который требует реставрации. Вот, это можем начать строить уже позавчера, реставрация. Вот, очень интересуется. У нас же мобильная бригада быстрого строительства. Много рабочих рук и ног. Ну, тогда... Появляетесь в Величевске. Мы справимся, не пережевывайте. Потому что, смотрите, у нас есть свои и вот эти бетонкомешалки нам есть, можем привезти. Это все у нас тоже есть, это не проблема. Оплата сразу потом, понимаете? Уважаемый, да. Напомни, как тебя зовут? Эгельбек. Эгельбек. Да. Ты появишься здесь в Величевске? Конечно. Все 12 человек за собой водить не надо? Нет, мы построим. Я должен буду тебе показать, я так понял, ты лицо, будем говорить, авторитетом у них выступаешь. Конечно, да, же, я и прораба, и бригада, а все, да, Эгельбек, да. Работающий, Эгельбек. Работающий, играющий тренер, короче. А вообще полный пизнец, понимаете? Хорошо. Значит, на основании того, что ты рассказываешь, я не могу делать выводы, я должен показать. Виды работ, объемы работ, и тогда что-то мы будем реально обсуждать. Не переживайте, мы построим любой объект хорошо, стоять долго будет, только, ну, скотча надо будет хорошо много. Хорошо, скотча? Ну, чтобы, если какие-то недоделки нам... Если скотча, я сразу не врубился. Вы про вискарь или про ленту? И то и другое. У нас, смотрите, спецодежда нам есть, какие-нибудь нужно бикини-зоны, фуфлайки. Нет, слышишь, дорогой, если спецодежда есть, значит, вы выходите из вагонов все. Конечно. Тогда я поеду вас встречать. Мы в едином бронированном порядке послезавтра появимся на дне рождения юбилея у Сергея Николаевича. Так что ждем вас в хорошем расположении духа. При себе иметь улыбочку на ширине плеч. Не опаздывать. Очень-очень-очень приятно было познакомиться. Очень нам приятно. Да, счастливо. Счастливенько. Пока.